Всем привет, кисы и коты! Меня зовут Ксения Гора. Добро пожаловать на мой канал. Короче, нас сегодня ждет видео под названием «Самые странные корейские видео». Представляете, куда еще страннее? Но перед тем, как мы начнем, конечно же, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будет вести, ребята. Считаем, вы ставите. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайкосики, поздравляю вас. Удача отправляется к вам. Те, кто не успел сделать это прямо сейчас. Ну а мы начинаем. Самые странные корейские видео. Погнали. Так, наполняем тонаком баночку. Ничего особенного не происходит. Замазываем, заштриховываем. Все, рука идеальная. Окей. Все, она еще и водостойкая. Да, просто прекрасно. Нормальные такие синячки. Я против домашнего насилия. Выглядело так себе. Все, она вообще полностью замазалась, и теперь она чувствует себя более красивой. Что это за кошачий корм, блин? На самом деле это какая-то масочка. Они ее растягивают. По всей фигне. Какие-то точечки. Точечки везде. Точечковые брови. Так, это масочка. Нет, это кюшончик разноцветненький. Зачем вы наливаете туда соевый соус? Соус для пельменей соевый. Это очень, да, жестко. Рис. Водичка. Плов будет. Все, сливаем в воду. У нас получилась рисовая вода. А теперь у нас рис получился. И что? В общем, она делает так много-много раз, пока рис, видимо, немножко не распухнет. Потом туда опять наливает воды. Получается какая-то масса. И потом она отжимает это все веселье. И... перемешивает с каким-то компонентом. Отрывает розочку. Цветочек, короче. Все это в баночку. Опять перемалывает. Да, бывает сок. Это пипец. Какая же замороченная женщина. Ну и все. Опять она мешает это все, мешает. Чтобы что? Чтобы что? Господи, я уже потерялась в элементах, в компонентах. И это пипец. Все, получилась пудра, ура. Хоть какой-то у нас получился эффект. Вот, все, это типа пудра. И можно ей пудриться. Спустя 5 лет изготовления можно наконец-то ей припудриться. Только пудрит ли она, непонятно. Также я уверена, что вот этот бальзам тоже сделан из чего-то такого. Натурального. А, она еще фиксирующая, представляете? В общем, нам тут рекламируют эту пудру уже 1,5 часа, же захотелось. Но она натуральная, вы видели, как ее делали? О! О! Все, короче, дезинфицирую максимально. Все продезинфицировали. Что будет дальше? Добываем немножечко массы. Что опять за заморочка? Объясните нормально. Ей-богу. Ой. Я вообще не понимаю. Ага, она сделала много-много-много таких
окошечек. А, вот оно что. Берешь одну, получаешь три и продаешь. Ну, вообще, конечно, придумала. Так, а что можно сделать из такого красивого, кстати, оттенка? Отрезает опять она кусочек. Еще один. Так четенько, как операцию делает. Жесть. Жесть. Все. Опять режет. Такие помадные лепесточки получаются. Угарно смотреть на это, конечно. О, у меня тут кофеечек. Получилось много-много-много помад разного оттенка. Целый цветок. Угарно. О, Нарс, у меня есть такие румяна. Такие, так что я сказала? Такие румяна. Все, опять оно все дезинфицирует. Молодец, молодец. Коронавирус как-никак. Ненавижу это слово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она берет блестящие тени, нарезает их кубиками, как салат. Потом берет румяшки. Что это будет? Блестящие румяна. У нее все по граммам. Вот. Берем 50 граммов того всего. Ну вот, у нас получилось 1, 2, 3, 4 компонента. Тут у нас получается и хайлайтер. И какие-то тени, типа контуринга. И румяна. И все в такой маленькой коробочке. Были одни румяна, теперь их тут 4. Это прикольно, правда прикольно. Все такое компактненькое. А то у меня вот есть любимая пудра, допустим, но она огромная. Мне приходится ее таскать с собой. Так, будем замазываться, будем. Идеально. Я же на зависла, смотря на то, как она маскируется. Блин, какая красивая. Какая у ней пуховочка. Боже, это прекрасно. А какой ноготь. А, она ее растолкла. Зачем-то добавила в воду. Туда жемчуг. И, наверное, сейчас нам покажет какой-то красивый эффект. Сейчас возьмет кисточку. Да! Оп, кисточка пошла. Оп, да, окуни ее полностью. Ой, девочки, я не знаю. Я бы эту коробочку сохранила себе. По-любому. Да такое только скребком, правда, снимать, знаете ли? Такой слой тоночка. Ой-ой-ой-ой-ой. И все еще и суперстойка. Ой, как отпечатались губы. Ну и что будем с ними делать? Фиксировать? Давайте. Все оно, собственно, фиксирующей пудрой. Потом спреем для фиксации. Помада становится матовой и уже не мажется. Но губы, мне кажется, немножко пересушились. Вам не кажется? Нет, говорит. Ну, вот этот лайфхак, мне кажется, знают уже все. Когда, чтобы из одной кисточки тебе получить совершенно другую формы. Так, гигиеничка. Карандаш. Расплавляем. Что у нас будет? Подводка для глаз? Я предполагаю.
или для бровей. Но если что-то темное, то, соответственно, это либо для глаз, либо для бровей. А для чего еще? Чисто такой идеально коричневый карандаш. Пау. 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 Все. Растушевываем, растушевываем, растушевываем. Да, хайлайтер на кончике носа. А, я забыла нанести хайлайтер на кончик носа сегодня. Он, кстати, тоже уменьшает нос. Угу, ямочка появилась. Так. О, реально. Реально ямочка. Я видела, сейчас делают девушки себе нитями. Ямочки, жесть. Просто щеку протыкают и как бы... Ой, я даже не знаю, я даже не знаю. Страшное дело. Цветочек она нарисовала. И все это как-то внутри и даже не доходит до верха губ. Такой эффект тинта. Такие малюсенькие губочки вот так. У-ху. Что это? Что это такое вообще? Что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Жестко! Как будто это мороженое или сливки. Но это смывалка макияжа, я так понимаю. Она такая, как мед, тянется. Чисто! О боже, это вообще такая тема больная. Вы видели? Странновато получилось. Что это за изгиб такой? Ой, вообще не понимаю. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, обязательно поставьте лайк ему. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока.